Друзья, добрый день. Сегодня я буду продолжать строить дом. Вчера тут туннель рыли. Сейчас этот туннель буду прокапывать до конца. Тут домик. Там плюс там вход откроем обязательно. С той стороны. И там надо расширять, потому что... Что, ребятки, давайте, не отключайтесь. Мы начинаем. Thank you.
неплохо. Сейчас вот тут тоже срежу, чтобы ровно было, хочу сделать. Поприкольнее, короче. Сейчас, секундочку. Ребята, вот какой проход получился. Прикольный. И отсюда вылезти можно. И вот я уже здесь. Так что прикольно все получилось на самом деле. В следующих видео будем открывать проход в другом месте. Сейчас покажу я вам. Если, конечно, видно будет. Вот здесь у меня еще есть дыра. Надо прокопать. Тут что у нас? Ой, тут еще надо сделать нормально. Там еще, кстати, проход есть. Ну, тут все уже продавило. Вон там вход есть. Его будем открывать. Тоже. Открывать будем его. И делать там тоже нормально. Расширять прокоп и оставим там вход открытым для безопасности, а то уже куча большие, безопасность важна. Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч всем.